Ну, впечатления, конечно, были смазаны, да. Впечатления только от стадиона хорошего, да. Давно не играли на таких. Ну, играли, конечно, в третьей лиге играли. Вот. А об игре, по игре, ну, поздравить только команду соперника можно, да, с победой. Заслуженная она или нет, мы планировали играть так, как играли. То есть мы выполнили установку, играли в контроль мяча первым номером. Другое дело, что мы не испанцы, стерильно держать мяч. Потери они неизбежны. Другое дело, что невынужденных было много потерь, чем воспользовался соперник в контратаках. Забил, наказал нас. Вот. Ну и не хватило, наверное, нам остроты в атаке. То есть мы доходили до штрафной, были хорошие подходы, но не было последнего паса на удар, на гол. Слишком создали мало моментов. От этого единственный мяч забитый. Ну, конечно, тяжело, учитывая, что мы сыграли кубковый матч, а Оренбург 2 не играл, да, то есть было 3 дня на восстановление. Ну, чувствовалось, да, что мы, особенно в концовочке, немножко подустали. И лимит замен, к сожалению, не позволяет вносить глобальные коррективы в игру. Вот. Плюс удаление, конечно, да, когда появился вроде бы шанс 2-1, удаление, конечно, нас подкосило, вот, и стало меньше возможностей сравнять счет. Вот. Ну, что это будет для нас уроком? Да, возрастные ребята, но зато они опытные, хорошая школа, вот, у них хорошая психология. Мы вместе уже много сезонов, поэтому я рассчитываю на ребят. Сегодня отдали все силы, да, с ошибками, но не было равнодушие, все стремились взять очки, вот, поэтому считаю, что страшного ничего нет, победы придут.